Ну и особенно такая трасса, скажем так, рабочая трасса, протяженность 2,5 километра. И с удовольствием, скажем так, спортсмены приезжают на нашу трассу, потому что есть где попробовать свои силы, улучшить свое мастерство. Ну, скажем так, если брать в общем, не меньше 120-150 спортсменов в каждом классе обычно выступает на каждом этапе. В частности, у Шуи то же самое. Порядка 25-30 спортсменов в каждом классе, которые выставлены на чемпионат. А в целом про чемпионат? Ну и можно, в принципе, два слова сказать. Ну, скажем так, опять же, еще раз благодарю Инвесторбанк. Они поддерживают нас в этом отношении. То, что развивается мотоспорт в Ивановской области. Очень много спортсменов за последние два года пришли в мотоспорт. В частности, это дети. Это говорит о том, что часть ребятишек мы отрываем с этих улиц, которых... В наше время, скажем так, мало что делать. И они приходят в спорт, у них есть занятия, есть мотивация, есть к чему стремиться. А я думаю, что это немаловажно, когда живет молодежь здоровым образом жизни. Сейчас тоже Проненко на Европе, но он, по-моему, в очки не попал вчера в первом заезде. Сейчас не знаю, как второй заезд 80-й прошел. Представители города Родники Ивановской области, мотоклуб «Русь», «Жемчугов Николай». Вот благодаря вот этим соревнованиям, вот, которые сейчас идет, чемпионат России, а в частности у нас еще чемпионат Ивановской области по мотокроссу проводится, дало большое развитие очень, тем более в нашем маленьком городе. И мы уже получается два года, мы большой толчок прошли, ну, произошел у нас в развитии в этом. И после каждых соревнований, что мы проводим, к нам приходят дети. Понимаете, вот просто они дети. Мы вытаскиваем детей с улиц. Это большой толчок, я думаю, из-за этого. И сейчас мы организовались, вот сейчас уже в этом году, в том году было три чемпионата, этапа чемпионата Ивановской области. Сейчас в этом году уже четыре. И думаю, мы будем дальше сотрудничать с департаментом спорта и туризма Ивановской области. Инвесторбанк, который нас очень поддерживает. Мы обращались к ним, они не отказали. Очень им спасибо. Она. И вот так, и мы думаем продолжать дальше, развиваться наш спорт. Я организатор в городе Юрьевце. Это один из этапов Ивановской области. Вот. Итак, два года назад как бы мы возобновили трассу. Вот. Александр Барыкин, и сейчас проводим для всех ковровский мотокросс. Минута 43, раньше 97, проводился у нас и чемпионат России, Тимур чемпионат Петрович, СНГ, 700, потом забросили. Номер, он представляет команду мотодром. Сейчас хорошо вот начали проводить вот эти этапы, это чемпионат Ивановской области, вот, как бы. Хоть, но, по-моему, так сказать, у нас за команду выступает Челябинск. Чем-то помогают. Вот. Хотелось бы, конечно, больше. Какие ваши глобальные планы, цели? Глобальные планы, цели. Вот. Будем как бы улучшать трассу. Вот. Там, делать зрительские места, чтобы было наподобие, как здесь, просмотр трассы. Вот. Был вчера четвертым. Ну, и пятое место занял Алексей Зорин, 654-й номер. Ну, здесь как бы вообще... Она такая трасса, ну, мировой уровень, можно сказать. Здесь, в принципе, на пятерку. Здесь как бы все.